нет, для всех сегодняшних верующих, для будущих поколений, что нас очень многое объединяет и очень незначительно, что между нами различно. Теперь вот я хочу сказать поподробнее о том, что нас объединяет. Вот основные духовные ценности, да, одинаковые. Вот я, например, как мусульманин, могу подписаться под всеми 10 заповедями. Все знаете 10 заповедей, которые изложены в Новом Завете. Ни одна из этих заповедей